Друзья, здравствуйте! Мы сегодня хотим поговорить об аксессуарах. Аксессуарах на снегоходы с тоннелем 20 дюймов. 20 дюймов тоннель на всех снегоходах, у вайтраках, у которых есть пониженная передача или таковой передачи нет. Все эти снегоходы с 2022 года оборудованы площадкой Multilink. Multilink. Что такое Link? Link впервые... Эта система Link Quick была установлена на снегоходы Summit. Первый аксессуар, который появился с этой системой на снегоходах Ski-Doo или Lynx, была канистра. Была 12-литровая, не такая, как сейчас, 15-литровая, большая, выгодная канистра, на которой можно сверху установить еще дополнительно один комплект Link. А канистра, которая сама по себе была... ну что ли, таким каким-то аксессуаром космическим. Никто не знал, как сделать так, чтобы бензин был снаружи, потому что внутрь в сумку положить его нельзя, если вдруг, не дай бог, протечет, продуктам сразу все не есть, одежду не носить, экспедиция заканчивается, все собираются домой. И тут появился аксессуар. Аксессуар, пусть для горного снегохода с тоннелем 16 дюймов, пусть небольшое количество бензина, но тем не менее этот бензин можно было легко установить, легко взять, легко залить. И все это было легко и непринужденно. Вот, сегодня мы говорим о снегоходах 20-дюймовым тоннелем. И продолжение темы. Производитель нам предоставил возможность за эти 9 лет невероятное количество аксессуаров. На сегодняшний день на снегоход с тоннелем 20 дюймов можно установить на эту площадку все, что угодно, все, что заблагорассудится. И сейчас я хочу вам сказать о кофрах. Это самый, наверное, must-have. Мы все думаем, куда положить, куда прицепить, какую сумку. Кофры. Кофры, производитель BRP, Ski-Doo или Lynx, можно предоставлять нам возможность установить кофр 70 литров или 135. Сделать это легко и непринужденно. Кофр 135 литров. Это кофр, законченный аксессуар, на который... установить который можно очень легко. Вот таким образом. Крепится он на двух парах кронштейнов Link. Делается это очень просто. Раз, два, три. Две пары. Все быстро, легко и непринужденно. А самое главное, надежно. Снять такой кофр можно ровно так же легко, как и установить. Если он вам не нужен, все. Движение. Раз, два, три, четыре. Повторяем. Кофр долой. Едем с пустым багажником. Вес не мешает. Закрывается, открывается. Очень легко. Уплотнительная резинка. Снег не попадает. Внутри всегда сухо, легко и комфортно. Внутри кофра. Что мы видим с вами? Наблюдаем с вами две пары крепежных кронштейнов. Для того, чтобы, если вдруг... мы все знаем, что такое кофр. Кофр, миксер еще все называют. Но здесь уже предусмотрено производителем две пары кронштейнов, ушей так называемых, которые позволят вам закрепить небольшое количество груза в этом кофре, чтобы он хаотично не бился об стенки этого кофра и не превращался в мясо. Дальше. На крышке кофра специальный карман. Карман, никто не знает для чего, кто скажет, для документов, а нет, это для лопаты. Карман для лопаты, лопата внутри кофра, крепится на резинке. Резинка, все знают, что такое резинка. Это замечательная такая штука, которая не ломается и ничего с ней не происходит. Резина, отдельное слово для резины. Компания Ski-Doo и Lynx, компания BRP, используют огромное количество каучука. Это не пластиковые резинки, которые теряют свою эластичность на морозе. Это эластичные резинки с большим содержанием каучука. С правой стороны у 135-литрового кофра есть ложемент под черенок от лопаты. Черенок от лопаты легко и непринужденно крепится снаружи этого кофра, не мешает вам внутри. И его можно всегда легко снять и использовать так, как вам это в поездке может быть необходимо. С левой стороны ложемент под топор. Топор, прошу прощения, топор у нас, конечно, не Fiskars, не бог весть. Simple, какой есть, для того, чтобы наглядно и доступно показать.
мы, собственно говоря, его сюда приспособили. Прошлись по кофру 135, и теперь мы также легко и непринужденно его снимаем, как установили. Делаю это не на время, делаю это второй раз в жизни, если честно. Делаю это быстро. С таким же непринужденным видом стараюсь установить второй. Во втором уже что-то лежит. Кофр 70 литров. Мы все видим габариты, гораздо меньше объема, ровно в два раза практически. Что в одном, что в другом. Отмечаю, обращаю ваше внимание на то, что в одном, что в другом кофре. На крышке уже разметка сделана для того, чтобы можно было установить дополнительное крепление линк. Что можно сюда поставить? Сюда можно поставить канистру или сумку, или просто сумку. Что в кофре? В кофре нет ложементов. У него, в отличие от кофра 135 литров, совсем другие крепежные закрывашки, называемые клипсы. Внутри мы видим такой же ложемент под лопату. Внутренняя часть ровно так же оборудована кронштейнами или крюками для крепления груза. Нет ложементов под черенок от лопаты, нет ложементов под, собственно говоря, топор. Вот и все, что я хотел вам рассказать сегодня о кофрах, которые устанавливаются на систему крепления мультилинк снегоходов с шириной тоннели 20 дюймов.